Привет! Вы на канале «Готовим вкусно» с Дианой. Сегодня будем готовить очень вкусное блюдо – кролик, тушеный с фасолью. Готовить я буду вот из этой моей любимой замечательной книги. Ингредиенты в подробностях я оставлю под видео. У тушки я удалила сердце, печень, легкие, почки, горловину. Залила тушку холодной подсоленной водой и оставила на ночь. Разрежу кролика на порционные куски. Лук нарежу полукольцами, помидоры протру без кожицы. Порционные куски хорошо подрумяню на растительном масле, добавлю чеснок и прожарю все вместе. А теперь я добавлю лук и буду жарить все вместе. Соединю томат с протертыми помидорами, туда же отправлю чеснок. Кролик с луком немного поджарились, теперь я добавлю паприку, соль и молотый черный перец. А теперь вливаю горячую воду и введу томат-пюре. Хорошо все перемешаю и буду тушить 5 минут под крышкой. Теперь я вливаю вино и продолжу тушить на медленном огне 25-30 минут под крышкой, изредка перемешивая.
Фасоль соединю с тушеным мясом. Если жидкости мало, добавлю фасолевый отвар, либо горячую воду. Еще немного посолю, поперчу, добавлю чеснок, лавровый лист и доведу до готовности в духовом шкафу в течение 25-30 минут. Тушеный кролик с фасолью готов. При подаче надо посыпать петрушкой или укропом. К сожалению, укропа у меня не оказалось. Я посыпала петрушкой. Приятного вам всем аппетита! Кому понравился этот рецепт, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся с друзьями. Всего вам самого доброго. Пока-пока!